Здорово, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Я сегодня в Белгородской области. Мы приехали в гости к двум братьям, которые делают своими руками танки. Это достаточно известные люди на всю страну. Вот из таких вот тягачей гусеничных делают реплики танков. В общем, пойдемте в гости, все вам покажу. Ну, такое все тут достаточно странно выглядит. Какие-то сараи. Вот на этом прицепе возят танки. А вон стоит танк. Смотри, пушка. Ничего себе. Все по-настоящему. Я ни разу тут не был. Я был в музее под Воронежем. Вон пушечка. Вон там какие-то лафеты. А вон там танки стоят. Вот это да. Сейчас будем смотреть. Так, мы зашли в гараж. Вроде обычный гараж, а тут, смотрите, танк делают. Чуметь. Смотрите. Класс вообще. Видели, друзья, хоть раз, как делают танк? Я нет. Вот такая вот, друзья, заготовка. Это сушка. Скоро будет крутая техника. И покраска идет, видите? Опять провозил. Далее уже двигатель стоит. Круто. Вот это да. Самый обычный гараж вроде бы. Так, давайте посмотрим на уже готовые экспонаты. Они в огороде стоят. Представляете, у людей танки в огороде. Вот такой вот есть. О, бронетранспортер за родину. В кино вот эти вот танки снимают. Тут достаточно много техники. Слушайте, ну я, конечно, в шоке вообще. Просто обычный деревенский дом. Да? Обычный огород. И здесь вон сколько бронетехники. Так, пробежимся, посмотрим. Бронеавтомобиль. Дальше. Что-то немецкое. Штук 42. Так. Погода, конечно, вообще сегодня. Еще один немецкий. Ну вот так вот. Мне кажется, прикольно, нет? Вот тут гараж, в котором все это происходит. И столько вот техники у них. Ух, вот это прям. Вообще повозка какая-то, смотрите. Пулемет Максим торчит. Класс. Какой-то маленький танк. Вы, кстати говоря, я, друзья, я не шарю. Мы, телевизионщики, приехали снимать репортаж, поэтому вы можете писать в комментариях, что это такое. Ой. А это Т-34? Нет. Ну вот так вот. Сейчас будем искать подробности. Так, что тут еще есть? Еще есть пушка 902 года. Трехдюймовка, дивизионная. Видите, тоже со штифтами, холостая, тоже самодельная. Есть мотоцикл. Мотоцикл-то уже настоящий. М72. Вот так зимует. И вот там, видите, еще валяются всякие прикольные штуки. Доноры для будущих. Вон какой щиток от пушки. Это возить боеприпасы. Ну и, собственно, то, что будет потом танком. Вот так вот. Вот так танки делаются, друзья. Так. Здесь покраска, кстати, закончилась в гараже. Сейчас выветрится. А это вот что под брезентом? Это что такое? Кто? Марк 3. Марк? Марден? Танк, соображаешь? Не, вообще самоход. Не шарик. Мардер немецкий. Мардер самоход. Немецкий самоход. Мардер. В конце Е. Мардер. Да. Миша, объясняй мне голову, забить, дают работу. Миша. Ходи, рассказывай, человек интересуется. Люди тупят, ходят, ничего не понимают. Что тут вообще? Я говорю, ему Мардер 10 раз сказал, он не понял. Объясняй.
Ну что, друзья, вот такое необычное место мы сегодня посетили. Ребята своими руками делают бронетехнику. Ссылку, кстати, оставлю в описании на тех, кто это делает. К ним сюда можно приехать, посмотреть и покататься на танке. Миклуха Макфлай. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ставьте лайки, подписывайтесь, где вы еще такое увидите. Пока-пока.